Максимом. Делаем скет и фотосессию. Всем привет-привет. Мы начали. Всем привет, мои хорошие. Мерсине утро. Птички поют, прелесть какая. Иду я на спорт. Вот мой дом. Стою на мосту. Вот мой парк. Мой. Смотрите, такие красивые цитрусовые деревья, как апельсины. Речка наша. Ой, как хорошо у него, представляете, такое состояние вообще, какая красота в Мерсине. Прямо аж счастливый человек, что я здесь просыпаюсь и живу. Вот честно вам говорю, не преувеличиваю ничего. Вот кто приедет сюда, никогда не пожалеет, что он приехал сюда жить. Не знаю, меня все устраивает. Вот потом по дороге покажу вам новые районы, потому что Пилатес я хожу в другом месте. И мне там очень понравились ситы, такие красивые. Просто покажу вам, сделаю такую экскурсию небольшую. Посмотрите, какая тишина. Никого нету. Ситы, то есть огороженные под охраной находятся дома. Кругом деревья красивые. Эту улицу я вам еще ее не показывала, это другую сторону. Это все Мезитля от моего дома. И что я хочу вам сказать. Вот я вот, когда возвращалась в тот раз с Пилатеса, посмотрела, обратила внимание, что почти везде парки. Спокойствие, тишина. Птички чирикают. Солнышко, как будто все спят. Спальный район называется. Видите, мои хорошие. Солнышко, посмотрите, какое. Впереди меня люди возвращаются с утреннего пробежки, можно сказать. Все занимаются в основном спортом, ходят утром по набережной, кто на Платес, кто на Зумбу. Вот такой вот ситы. И вот на протяжении этого района Мезитли везде такая ситуация. Везде чистенько, везде парки, тренажеры. Видите, люди приходят и занимаются. Еще раз покажу с этой стороны. Походили, теперь идут, позанимаются. Посмотрите, и там парк. Видите? Кругом-кругом парки. Вот центральная улица. Здесь вся инфраструктура. Магазины, ателье, цветочные магазины. Все рядом, все под боком. Ну, а дальше вот прямо туда, и это уже идти к морю. Тут в основном ситы. Все под охраной, все огорожено. Вот и новые дома, ну не такие новые. Ну вот такая вот красота. Огромные балконы. Почему в Мерсине большие балконы? Потому что здесь очень жарко, и люди... Вот как потеплеет, проводит все время на балконах. Потому что очень жарко. Вот хорошая собачка. Вот новый дом рядом. Здесь вот кафе. Видите, как здесь все классно. Юзбир, это магазин государственный. Так он выглядит. Где можно купить подешевле товары. Вообще, я люблю здесь полазить и что-то со скидками всегда. Какие-то безделушки на кухню, для дома. Вот так выглядит магазин Юзбир.
Советую всем, кто приезжает и не знает, какой магазин отовариться. Это государственные магазины. Вот, покажу сейчас я вам такой дом. Видите? Мне понравилось так. Вот один дом и вот такой бассейн. На один дом бассейн. Вот сколько тут этажей? Может, 7-8. И бассейн именно для этого дома. Не знаю, можно сюда или приходить с другого сита, но, наверное, вряд ли. И опять дома. Я уже пришла почти. Ну, а вот и я сама спортсменка. Трудно вставать, конечно, потому что я поздно ложусь, но надо, я себя беру в руки и встаю по будильнику. Спорт и спорт. Мы хорошо на пилатесе занимаемся именно такими упражнениями и обрабатываем каждую мышцу. То с мячиком, то с эластичной лентой. В общем, я очень довольна. Волосики мои после лечения начинают расти. Видите, маленькие уже вырастают. Но я пока красить не буду, насколько это будет возможно. Так что вот так вот, мои хорошие. Ну вот, кругом центральной улицы. Вышла на другую улицу, перпендикулярную. Смотрите, такой район. Туда дальше выходишь к Большому проспекту. А вот там, вот видите, зеленым. Все, вот туда вхожу я, иду на пилатес. Сколько раз я хотела снять, но, понимаете, на пилатес ходят такие женщины, которые не боятся камеры. Если у меня будет возможность, я когда-нибудь вам покажу. Там и бабульки ходят, вот и домохозяйки обычные. В общем, разный контингент, понимаете? Я вообще была в шоке. И закрытые женщины, покрытые женщины, и открытые, и всяких возрастов. У нас переполнен зал. Все они стараются. Даже я бы не подумала, что они, вот если встретила их на улице, что они ходят на пилатес. Сюда захожу. Вот там дальше идет Соли, где достопримечательности. Вот по этой стороне кафе, где наши знакомые, мы там часто ходим, посещаем его. Это вся улица в таких вот кафешек, рыбные ресторанчики. Прямо находится там дальше Соли. Видите, вот там дальше. В общем, все рядом. Ну что, пошла я. Заниматься. Tavuç içlerini tavana gösterdikten sonra oturak kemiğine kadar uzun. Çek, çek.
ucundan tutabilirsiniz. Bak özellikle lastiğiniz sertse daha ucundan. Evet. Aşağı indirin. Karınlar abi. Her seferinde başını kaldırıp indirme. Yap. Böyle. Ne başını? Ortaya gel, nefes al. Verirken açığa doğru al bacağını. Diğer kaldır. Kürün kemiğine nefes al ver. Yavaşça elini bırakıp bedenini yere bırak. Başını ver. Bacağı. Hocam ben patlayamadım, çıkacağım bu. Tamam yapma. Dört. Evet, boynunda problem olan kaldırma. Altı. Bacak çok aşağı düşmesin. Masa pozisyonuna bacak. Buradan açılıyor. Altı. Bırak bacağı. Burada bu pozisyonda yapacağız. Ayakların altında. Ederi başının tuzunda. Nefes verirken. Uzattığım bacak. 3 4 Aç bacaklarını yerde sürterek yapabilirsin. 7 Son kez. Bırak. Bir saniye sola. Bedenini yan çevirmemeye çalış. Bacaklar bükülüyorsun. Alırken kal, dön, ver. Mutlaka dümdüz olacak şekilde kal, düz olacak şekilde dön, düz yap. Çalış. Ve çift kol, yukarı kal. Kollarını yana doğru aç, avuç içlerini aşağıya doğru indirip. Evet, burada tut aşağıya. Ve yere öpecekmiş gibi kal. Yani enseyi sıkıştırma, karnı burada sıkıştırma. Yönünü değiştir. Son kez. Yukarı kaldır. Sabah diyorsun. Sana diyorsun. Sabah. Sana diyorsun. Sana diyorsun. Benden sana diyorsun. Yükselmeye çalışarak geliyorum. Tekrar nefes alırken bu hafta hiç nefes çalışıyorum. Друзья мои хорошие, сейчас хочу познакомить вас с нашим преподавателем. Смотрите, раз видео 4-4 Кубини Мавренмен Ходжабиним Исимсен Илькнор. Вот так вот у нас проходит занятие в нашем пилатес-клубе. Приходите. Ну что, мои хорошие, надеюсь, вам понравилось наше занятие. Пилатес очень хорошие нагрузки, хороший преподаватель очень. Так что вот, хотела вам показать, и получилось. Показать вам женщин, которые ходят сюда. Есть разные. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки или дизлайки, написать комментарии. И не забудьте нажать на эту кнопочку, которая находится внизу под видео. Если у вас будут какие-то вопросы, можете найти меня по ссылке, которая находится в описании на Instagram. С вами была Светлана Та. Пока-пока!